Сейчас к теме COVID-19. За минувшие сутки в нашем регионе коронавирус подтвердился у 169 человек, и это новый минимум с начала января. Из них госпитализировано лишь 48 пензенцев, остальные проходят лечение в амбулаторных условиях. Закрыл больничный накануне 221 пациент. Таким образом, поборовших коварный недуг в области теперь более 175 тысяч. К сожалению, пополнился и скорбный список. За все время пандемии у нас скончались 5 687 человек, семеро из них накануне.